На контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахском участке госграницы сегодня также фиксируется скопление грузовых автотранспортных средств на выезд из Кыргызстана в Казахстан, сообщает погранслужба ГКНБ. На контрольно-пропускном пункте Актилек в очереди стоят 353 большегруза, на Челдаваре 88, на Кенбулуне 38 грузовиков и на КПП Чонкапка автодорожный 82. Напоминаем, что пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме.